Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Мы только что приехали с магазина. Я хочу вам показать покупки в супермаркет из супермаркета РЦ. Вот чек. Так называется магазин у нас в Украине. Новый знак якости РЦ. Вот адрес, где находится в селе. У нас супермаркет один в селе, АТБ. На жаль, нет. Итак, приступим. Бананы. Взяла 4 банана за килограмм 36,90. Я на 28,19 взяла 764 грамма. Так, мужу пиво Зиберт. Вроде бы было по скидке. Сейчас посмотрю, почему. Угу. Оболонь. Коллекционное издание 16,90. Хопсы. Коктейль. Клубничные. Так, смотрим коктейли. 15,21. На это скидка была на них. У меня карточка скидочная. Так, по-моему, 15,25. Туалетная бумага. Куховинка. Две упаковки взяла. 11 гривен. На так. Ага, 5,50. 5,50. Так, кукурузные палочки плюс 100 грамм бесплатно. Стоит 29,61. Это со скидкой. Без скидки 32 с копейками. Дальше. Рыбка. Что я говорю за скидкой? Это у меня карточка бонусная. Там бонусы копятся, потом скидка хорошая получается. Рыбка свежая. Вот такая салака холодно-копченая без консервантов и барбекю. Копченый на вельховых дровах. Так, что у нас здесь написано? Салака холодного копчения, упакована под вакуум, доступна роскошь. Вомонт. Так, 26,55, а так 28 с копейками. Яйца 20 гривен десяток, у меня 15 яиц. В общем, вот такой сок брала. Так, сок почти 6 гривен. Взяла себе вот такой маккофе попить, Нескафе, 3,90. Масло сладко-вершковое экстра. Смотрела вообще все экстра. 82%, выше не было. Взяла вот такое. В общем, не экстра, вообще там 60 гривен пачка. Дальше. Мыло закончилось обычное. Самое дешевое 5,90. Факс. Майонез на перепелиных яйцах по 12 гривен. Лук. Лук. Почему у нас лук? 17,90 килограмм. Морковка. Отсюда вот Сережа взял морковку на суп. 12,50 килограмм. Это еще старая. Новая по 24 гривны. Огурцы. 19,50. Захотелось очень огурчиков к яйцам жареным, к омлету. Батон вот такой нарезной киевский, 13 гривен. Хлеб черный, сейчас скажу, не помню, 9 с копейками. Все. А кексики 22,90. Вот такие у нас покупочки. Спасибо за внимание. Всем хорошего настроения и прекрасного дня. Пока-пока.